Всем привет, ребята, вы на канале Санишка играем вместе, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру BeFace B.A.B. Вот смотрите, ребята, на Санишкиной голове красуется корона. А все почему? Потому что первое место в этом мире, ребята, на этой локации занимает Санишка. Смотрите, мы открыли 5 миров уже, и у нас 135 тысяч меда. И поэтому у нас, ребята, на голове образовалась корона. Ну, в своем первом видео я вам показал, как устроена эта игра, и вот в своем следующем видео я уже, ребята, раскачался. То есть у меня много пчел. Видите, они все суетятся. Вот, они суетятся по кэнди локации. И, ребята, вот мне удалось выбить. Вот она, белая пчела, я пытаюсь за ней угнаться. Это божественная пчела, видите? Divine Bee, самая редкая, ребята. Самая редкая, самая быстрая. Вот она, смотрите, какая красивая. Даже не могу угнаться за ней. Видите, как она быстро скачет и прыгает. Вот, смотрите. Так, ну что? Вот уже буквально один день играем, вот уже и корона у нас на голове. Так, ну давайте я покажу. В первом видео я показывал вам только первый зеленый мир. Вот он. Давайте отправимся в него. Вот, его мы с Анишкой уже открыли. Каждый участок, каждую клеточку этого поля мы открыли. И отправились во второй мир, который называется Пустынный Оазис. Вот он, пустынный оазис.
Thank you.